кто-то соскучился по машинке, по машинке. Нет, пешком не пойдем, в машине поедем, давай. 100 лет уже не ездили. Все. До машины дошли, а тут, конечно же, перекур нужно сделать. Как же так взять сразу и запрыгнуть? Веня, зови подругу. Бубочка, ну давай вперед. Давай, давай. Пойдем. Давай, вперед. Молодец. Все, наконец-то в лес гулять. Ура, ура. Я рада не меньше, чем эти шерстяные девочки с кожаными носами. Поехали. Все. Добрался леопард. До воли. Наконец-то, скажи, 2 недели просто. 2 недели. Кошку не гуляли и собаку. О, аж забыла, как носиться. Что такое там? Медведь на чернику написал. Да, оводы подразвелись. Все. Оводовый сезон открылся. Что ты? Что ты хочешь сделать? Что? Кусаются, да, собаки такие? А, там Вован присел что-то на корточке. Ботинок завязывает. Заинтриговал Бусю. Что такое? Помнишь, как меня в лужу толкнули? Хочешь, покажу, как прикольно было? Собака, что с тобой? Собака и мяч не хочет отпустить, и из горы скатиться хочет. Буся помешала. Что-то унюхали здесь вдвоем. Ну, а теперь кто-то другой здесь тоже что-то унюхает. Обе чувствуют, что кто-то прошел и пометил именно эту елку. Меня аж мячик выбросила. Мы зачем-то вообще до отвала накормили зверей, а потом пошли гулять. И поэтому они ленивые. Не очень подумали. Я уже забыла вообще, как это гулять в лесу со зверями, что надо делать. Что там такое? Опачки. Опачки. Ну, не сильно ленивый. Опа. Ой, какая нежная курочка. Даже на Вована не прыгнула, не столкнула его в лужу какую-нибудь. Почему? Непричесанность наша фишка. Все пометить, переметить.
нужно иметь очень вообще крепкие коленные суставы. Что там в мху? Маховик времени. Луша, груша, давай на какую-нибудь сосну. Оп. Нет подходящих, все сильно прямые. Никакого вообще лесного парка аттракционов, да? Зато какие прекрасные усы. Какое украшение вообще любого леопарда. Полетела. А вот волчья ягодка, красавица. Ядовитая. Мы не будем пробовать. О! Господи! Говорит, не ешь волчью ягоду, ты что? Спасибо, Буся, остановила меня. Охранник моего здоровья. Атаковали жуки и бабочки. И какой-то еще насекомый. Хорошо боится, мы его напугали. Как на телефоне, непонятно, что это просто гигантский монстр-паук. Вот. А тут его просто огроменная, видите, паутина. Она просто на кабанов каких-то. А не на оводов. Видно, вот она. Вот. Но надо присматривать. Жалко, не цветная она. Конечно. Сколько времени прошло, это все чистое. Рыбу ловишь. Сом там, наверное, спрятался. Венза, это просто ты роешь, и вода течет. Все, хватит. Нет, 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 пошли дальше. Ой, хрюн. Фу, иди, иди. Давай. Венза, только что из дома. Хрюли вышли на тропу. Вообще, свинство. Да. А, как грязно и скользко. Вот. Буша. Буша. Луняше нравится. В луже замачиваться. Только частично. Кто-то тут прошел. Идем по следу. Леопарда. Можно коллекцию собрать. Следы на снегу, следы на грязи. Еще какие-то ягоды. Не знаю, только выглядят как очень ядовитые какие-то синие. Похоже на какой-то сорочий глаз. Мы ее так и называем. Луняш нравится в этих кустах прятаться. Ягоду не ест. И мы тоже. Здравствуйте. Лесная кукушечка. Венза там кочеврягу какую-то нашла. Это этот. Oral-B коряга. Зубы всегда вообще. Без налета и кариеса. Молодец. Пойдем, пойдем, вытаскивай. Что там такое? Что? Ничего. Венза, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Ну, давай иди. Потом половину отгрызешь. Пошли, пошли, пошли скорее. Ой, молодец, молодец. Каратэ-пес. Ей половину нужно отгрызть. Она середину перекусывает, потом половинку возьмет. О, отгрызла кусок. Но еще не столько, сколько нужно. В засаде. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, палку доломала. Бусины охотничьи желания удовлетворили. Идем дальше развлекаться. Ой, маслятушки. Ребятушки, на дороге здесь растут у нас. Собирай и с картохой. Ням-ням. Ну вон, в сорочьем глазу сидит
леопардовый глаз, что-то там грызет. Здравствуйте. Ням-ням. Думает, как бы выскочить и на голову кому-нибудь залезть. По глазам все читается у нее. Ой, на дерево любимое пришли. 100 лет тут не были. О, нифига. Блин. Коршун гигантский был. Он в гнездо. С гнезда улетел. Но я, конечно, не успела заснять. Булка тоже коршуна увидела. И сожалеет, что... О! Отвлеклась. Вон, полетела. Коршуна добывать. Он уже улетел. Вы припоздали, дамочка. Я даже снять его не успела. Розового сока захотелось, да? У Вени странные вкусовые предпочтения. Сейчас напьешься вот этой вот какой-то брашки. Пьяная венза, знаешь, вообще. Я с такой не справлюсь. Пойдем. Венза, пошли, пошли. Мы такси ждем вообще-то уже. Мы тут устроили вечеринку. Да, ой, неохота, да. Хмельной пень отпускать. Все, идем навстречу нашему такси. Мусечка очень модная. И тебе не мешает, да, что на носу у тебя тут немножечко? На усах собралось. Ну, нагулялись, мне уже уезжать нужно. И так 1.5 часа шарахались по лесу. Стоим на дороге. Где же, да, шабаши, да?